еще документы взял, которые я благополучно оставил в самом начале. Теперь еду на встречу к ребятам. До плотина. Сейчас осталось проехать минут 10. Дорога. Нет, никакого удовольствия по ней ездить. Но пару прямичков есть, например, вот в данном месте. И все. На этом веселье заканчивается. Thank you.
говорят. Ну ты, Валерка, давай приготовь, подтягивайся. Блин, а тогда и с этим сделать? Бля, какая ручка мягкая, ебать. Да, так она мягкого отжима, так смотри, можно под два пальца. Взял? То есть вот так можно отжимать. Что-то. Она вот так работает. Где ты еще? Сбитый на 19. Для БСЕ. Все, хватит тебе? Да, хватит. Ну, тоже PS10? Да. Свет. Нет, это не PS10. Наслышан о вашей покатушке в болоте. Нормально все? В болоте. Он в грязи у меня ни разу не застревал. А в болоте он три раза застревал. Это вот именно болото на литровых, там верфи кататься. А что случилось? Нет, просто сдавал назад и закопался или что? Короче, я... Ты видел видео? Нет. Ну так, чуть-чуть. Мы, короче, мы болотом, мы не будем между болотом. А я, ну, короче, Валера, два болота. Достанет крем набор. Окей. Ну и что? Мы, короче, два болота проехали, типа, такие. А, давай посмотрим. Ага. Не, понял, это вообще не интересно. Дальше просто болотина. Мы типа решили развернуться обратно. А там вот смотри, там такое болото, ага. И там справа как бы сухо. Ага. Там как бы мох, но там сухо. Я решил, короче, задом сдать и болото наискосок. Ага. Я очень много взял, точнее мало взял. Ага. Да, мало взял и, короче, застрял. Моя. Тебя квадрик вытаскивал? Так, Валерка, помоги мне теперь с этим. Кто-то еще подъедет? Между болтов, потом я когда... Да, да, по-моему, да. Все уже собрались. Ага. Куда мы туда, в поселок, на трассу это едем, да? Ну, можно на трассу поехать. Я просто знаю, куда ехать, я вчера там был недавно. Это вот просто пацаны а на где машине, это Даня? Кашайне. А, ну вот еще Даня на Кашайне надо встретить. Я так и не... Да нет, может, встали. Что тебе надо помочь? А? Бля, у него козырек болтает. Мне что вот здесь вот надо, чтобы ровно. Ну, вот так подтягивай. Да, как ты на это все? Я давно ну, можем на трассу, которую вот по новостям передавали, туда съесть. Да, там просто песочек немного, а дальше там лес начинается. Ну, можем туда. Мы ж там в первый раз, когда катались с тобой, типа не до конца проехали. Мы развернулись просто на домой. Уехали. Мы не разворачивались. Нет, мы по лесу проехали. Ну, мы по лесу проехали, выехали на просолочную дорогу, и все, это конец леса. Мы же не сворачивали. А, это другой, да, точно, другой. А, я имею в виду, который я, мы кстати, в другой. Я, кстати, съездил, и мы тогда с Кеней ездили, и там такое поле было, типа, далеко. Вчера ездили. Короче, выхода не нашли. Поехали мы обратно, встретили мужика на УАЗике почти сразу, как только въехали обратно в лес. А, УАЗик такой офиген, там со шноркелем, всеми делами. Ну, спрашиваем уже у мужика, есть ли выход? Он говорит, что вроде нет, это же надо речку переплывать. Что тебе надо помочь? В чем? Да, расстояние между этого и этого. А, да, кстати, смотри. Так, тут да. Нужно ключиком маленький. Это тебе не нужно? Прям так, я выбираю это. Ладно? И...
Да. Знаешь правила двух пальцев? Ебать, ты чё? А, это даже не правило, ты когда сидишь, просаживаешься, она у тебя растянется. Я знаю, она у меня растянется. Я поэтому это так сильно зажимаю, она очень быстро растягивается. Цепь хуйня. Да. А один вообще не растянется. То, что растянется, она может... Какая хорошая, кто знает? Она не лопнет. Братан. Хорошая? Я пробовал, я вот сколько раз, 20 подтягивал. Она может сделать. Да, у меня нормально. У меня на брусье. Я хуй знает, у меня... Я пошел плюс домой. Потом автомат взял. Блин, 12%. Аля, почему нет? Братан, такова плохая. Во всем помощь. Где? Тяжело. Вы поняли, где Даня находится, который из Сиверского? Это я оттуда достал. Давай, давай. У нее что-то новое не подходит. Я просто не понял, где Данек находится, честно говоря. Это 12% не то секунду. 12% ты мне то дал. То же самое дал акум. Да в смысле? Буквально тут тоже 12%, как на том. Ты мне дал акум. Ох ты, блин, а Валерка. Все, то таку. Я уж вспотел просто. Да. Поехали? Куда через плотину к этому? Куда? Я не понял, где он просто. По-моему, он там, где вещи снимали. Че? Нет. Он там где новости вещи снимали? Нет, он где. Я не. Да я сам не знаю. Я думал, вы знаете. Я знаю. Ты знаешь? Нет, куда в целом ехать, я понимаю. Нам нужно... Там нету смысла туда ехать. Не, нам нужно чела встретить просто. Из Сиверского, который ждет нас. Беседу же он писал. Ну да. А я не могу, блядь. Он не проедет. Слышите, ребят, так что мы будем встречать чела? Сиверского. Он же ждет нас. А где он нас? Найди в беседе. Так у тебя телефон ближе. У меня далеко. А, у меня есть, да. Так я ему тоже говорю, сюда езжай, он не может. Я... Да что, блядь, не может? Не знаю, что он не может. Погнали тогда через говно на шахту. Да, он говорит, к пятерочке может подъехать, которая возле Сиверского. Пятерочка. Вот он, я понял. Да, так это пятерочка на Сиверском шоссе. Ну, туда поехали-то. Ну да, погнали. Туда. Погнали. Да, это пятерочка, которая... Напиши то, что мы будем возле пятерочки. Да, вот, пятерочка, мы сейчас через говно едем к пятерочке. Окей, давай ему напишем то, что мы приедем к пятерочке. Напиши. А, ну вот он едет уже туда. Куда? Едет к пятерочке.
снял. На мотике, как его зовут? Артём. С Артём что там случилось возле моста? Че? Ну он заглох там, не знаю, что. А что? Ну, надо-то ехать смотреть, что с ним. Может он догонит, хрен знает. Андрей? Артём, вот там заглох. Наверное, там съебал уже, блять, на трассе. Блин, надо ехать примерно с одной скоростью надо ехать и смотреть. Короче, вот этого, слышь, вот этого пацана надо вперед пропустить, он глохнет постоянно. Те, кто хреново едут, чтобы они не отставали. Поехали назад, он сейчас, блядь, Артема искать, вон там заглох или хрен знает.
куда уехали, остальные там расшибись. Ну, наконец. Двигло, что ли? Нет, смотри. У меня такое бывало, когда я по луже проехал. Я сейчас подпрыгнул, короче, вот, вот это клинин после моста начинался. И что это такое? Где? Может, много просто бензина-то? Где, где? Мне. Чего у тебя? Может быть. У меня же карбюратор как будто. Может быть, ты много бензина ему даешь, нет? Он ее вообще едет или нет? Ну, он на карбюраторе едет, вот, ой, это, на подкосе. Ты вот газ ему сейчас даешь, ну вот когда газ даешь, он сейчас брум. Ты регулировал карбюратор? Не, у меня было такое похоже, но он как-то прочихивается. Стоп, и все. А где остальные? Может быть, не прочихивается. Может быть, конечно, свечной этот провод крякнулся. Ну это навряд ли. Или какая-то там катушка. Не знаю, свечи пиздец. А где остальные? Где на кстати, тоже может быть, да. Инструменты есть у кого? Ну, свечного. А, подожди. Свечной у тебя же есть? У меня какие-то есть. Давай. Да, интересно, блядь.